Это босс! Это какой-то злой Хаги-Ваги, зеленый, зубастый и трехглазый. Всем привет, друзья! Вы на канале Cool Games, и сегодня мы с вами будем спасать, вы не поверите, но Хаги-Ваги! Да, ребят, времена меняются. Буквально недавно я убегал от злого Хаги-Ваги в Roblox, а сегодня буду его спасать. Но это другой Хаги-Ваги, посмотрите на него, он бедняжечка плачется, его кто-то посадил за эту решетку. Ладно, Хаги-Ваги, я тебя спасу. Я играю за девочку, эта девочка похожа на ту, которая была в игре Кальмара, которая поворачивалась и смотрела, и кто там двигался. Но тем была хана, вы сами все знаете. Короче, ребят, давайте приступать. У меня есть две руки, красная и синяя, да? И... Ну да, нормально. Это руки из игры Хаги-Ваги, про Хаги-Ваги. Poppy Playtimes. Все, мы этой рукой разблокируем решетку. Ой, он прям по этой руке спускается. Привет, Хаги! Итак, здесь уже сложнее. Здесь есть платформа. Кстати, подождите, пока я еще не спас Хаги-Ваги, я вам расскажу, что у меня есть телеграм-канал. Ребят, ссылочка на него я оставлю в описании. Но вообще вы можете в телеграме написать Cool Games и найдете мой телеграм-канал. И там я выкладываю каждый день что-нибудь интересненькое. Различные видео из реальной жизни. Кому интересно, обязательно подписывайтесь. Мы спасли снова Хаги-Ваги. Кул, говорит. Да, кул, конечно, я кул. Да. Так. О, смотри, мне флексит как. Круто. Хаги. Ну что тут у нас? Теперь красная рука. И нам рассказывают, что нужно красное сюда приложить, а синий туда, да, наверное, или как? Я все понял, спасибо. Окей. Красное сюда, открываем, синее сюда, нашему дружочку Хаги-Ваги. Давай, залетай. Кстати, ребят, вы ждете вторую часть, вторую главу про Хаги-Ваги, а? Я очень жду. Потому что первая слишком коротенькая была. Кстати, вот эти вот палочки, это мне вечно рекламу и предлагали поиграть в какую-то игру с этими палочками. Я знаю, просто вытягиваешь, и Хаги-Ваги привязаны почему-то. Наверное, какие-то опыты хотели над ним делать. Мне предлагают скин новой девочки за видос. Не хочу не смотреть такие рекламки сейчас. Мы должны просто спасать. Да, смотрите, я вот эти вот рекламки, всякие видео, давай, золото мне. Зачем девочке это золото? Или что это? Какие-то игрушки, значки, не знаю, что это. Я могу что-то забрать за видос. Спасибо, мне не нужна ваша реклама. Я просто хочу спасать Хаги-Ваги. Здесь лава есть. Ладно, мы не будем в лаве плавить наши сокровища. Я не знаю, что котики какие-то там. Хорошо. Хаги. О, тебя кто-то вообще тут уже привязал. Ну давай разрежем веревочку, беги. Вы видели, какой он довольный такой? Классно. Вы тоже так танцуете, как Хаги. Ребят, идем дальше, идем. Так, опять, что это такое? Сюрприз, ну давай здесь. 800 монет, Хаги-Вагиевских монет. Хорошо, а что дальше? Как мне выйти отсюда, да? Домой, что ли, нажать? А вот, кстати, смотрите, это комната. И я ее могу менять, насколько я понимаю. Кресло могу купить за 10 каких-то видосов, кассет или кассеты какие-то. А, кассеты уже в Хаги, в Poppy Playtime, там же кассеты. 1200 монет, я могу новое кресло, кстати, купить. Можно новый вместо телека, вообще тут рояль какая-то. Или пианино. Подожди, что еще тут есть у нас? Картины. Обои. За 10 тысяч можно кирпичная стена сделать. Шкаф можно поменять за 10 тысяч. Но мне нравится этот шкаф. Я так понял, что можно тут еще менять и, ну, естественно, скины девочки, декор и вот что-то еще вот это. О, смотрите, какая девочка. Прическа просто поменяла за 3 тысячи. Вот такая. Вот. О, прикольные наряды. Это золушки здесь, каратисты. Это Харли Квинн, да, ребят? Это, подожди, это что, шестая? Короче, прикольные здесь, но мы пока не будем. Нужно подсобирать денег. Декор еще можно. Вот это что? Можно поиграть. Ну, давай поиграем. Мы играем с Хаги. Что выпадет? 300 монет. Все, дальше платно за рекламу. Все, ладно, ребят, продолжаем дальше. У нас 8 уровень. Ничего себе, ну я знаю, как спасти, смотрите. А мы идем к какому-то боссу.
Так, смотрите, рвем сюда и потом... Опа, сюда. Хорошо. Yeah. Правда, я не знаю, как с такой высоты он не разбивается, наш Хаги. Но он плюшевый, походу. Все, флекс пошел. Так. Это мне не нужна принцесска. Мы идем дальше. А, ну здесь легко. Смотри, разрезаю веревку. И все, Хаги пошел. Давай, прыгай. Флексим. Хорошо, идем дальше, ребят. Идем. Это какой-то злой Хаги-Ваги. Зеленый, зубастый. И трехглазый. Я бы, знаете, что ему сделал? Я понимаю, что нужно сделать. Нужно нажать, и на него упадет коробка. А я бы ему сразу в пятачину дал. На тебе. Зубастый, злой Хаги-Ваги. Ты издеваешься? Он, смотрите, что на меня говорит. Говорит, ты лузер. На тебе. Сейчас мы проверим, кто здесь лузер. Бам. Ну что? Что ты? Лузер до сих пор говорит. Еще живой. Ага, мы продолжаем его бить. Лузер, блядь, на тебе бомбу. Бах! Выжил? Ничего себе ты монстр. А где мой Хаги-Ваги? Он мне будет помогать? Ладно, я сам справлюсь. А здесь нам нужно, в принципе... А что нам нужно? Бам. А, кнопка нажалась. Бам-бам. Все? Вот и все. Ну что ты там, досмеялся? Теперь мы будем смеяться. Окей. Какой-то мне сундук дают. Кассета и 100 монет. Хорошо. И еще один сундук за рекламку. Дайте. Вот не нужна мне ваша реклама. Давай, идем дальше. Мы должны спасать Хаги. Здесь мне новые подсказки. О, я могу этой рукой. Красной рукой могу брать предметы. Хорошо. Я все понял. Я вас понял. Берем и... Длинная рука. А, теперь нужно синей рукой. Да. Головоломки такие. Посмотрим, что же ждет нас дальше. Пока все несложно. Привет. Так, давай, пропускаем. О, а это нужно как-то рукой обвести, чтобы максимально больше собрать монет. А Хаги-Ваги же будет потом ехать. Так, не красная, только синяя. А как-то он будет ехать, чтобы так зацепил все по максимуму. А у меня рука бесконечная, интересно. Подождите, а как это сделать реально? Вот он же будет ехать по руке. Как-нибудь вот так, что ли? Вот так. Я не знаю, ребят, если честно. Как его так спустить, чтобы было все хорошо? Ну, давай вот так попробуем. А вот это не заберет он. Ну ладно, как заберет. Главное, чтобы кассету забрал. Поехал. Карусельки. Эй, много не забрал. Ну ладно, главное, кассету собрали. Все. Погнали дальше. Следующий уровень. Лотерея бесплатная, беспроигрышная. 500 монет, спасибо. И что, снова домой? Ладно, 13 уровень, 13, ребят. О, тут лазер уже есть. У нас красная рука, ну давай. Берем. Отключаем. Но теперь нам нужно как-то бомбу не задеть. Для этого вот так, скорее всего, мы поедем. Правильно? То бомба рванет и нам всем хана. Давай, Хаги, красава. Отлично. Погнали дальше. Виктори. Опять сокровища. Ладно, давай заберем их, не знаю. Девочка, ты, смотрю, любит сокровища. Вот этот скинчик мне нравится, предлагают. Но я не хочу смотреть рекламки. Поэтому пока мы поиграем с этим скином. А если вам понравится игра, ребят, то вы поставьте лайк, и я поиграю в нее еще раз, но уже куплю новый скин. А пока что мы просто идем спасать привязанного к постели Хаги-Ваги. Ты свободен, друг мой. Идем дальше. И снова сокровища. Ну давай, зачем мне эти сокровища? Зачем? Давай, девочка. Довольная. Так. О, уже поинтересней. Режем. Ну, легко. Пока что очень все легко для меня. Но мне нравится, как ходят Хаги-Ваги и как у них там флексят они потом. И опять те лотерейки беспроигрышные. Хотя я денег поднакопил даже с этими лотерейками. 18 уровень у нас. Опачки. А это легко. Вот и все.
Конечно, можно было сразу верхнюю веревку, самую верхнюю обрезать. Но зачем? Мы же пришли спасать Хаги. Опачки, а уже нужно подумать. Хелп. Сейчас будет тебе хелп. Сейчас только подумаем, каким образом это сделать. Наверное, колесо. Потому что Гиря разобьет этот ящик, и он взорвется. А колесо? Я думаю, оно полегче, и все. Хаги, держись. Все нормально. Ладно, интересно, а что было бы с Гирей тогда? Гири бы Хаги-Ваги прибил или что, ребят? Окей, у нас босс, ребята! Смотри, какой! В принципе, такой же, только цвет другого. Как и был зеленый. Что нам нужно сделать? Какие-то электрические штуки? Ты не смейся мне. Розетка. Наверное... Опа, лазером. Прикольно, конечно. Убежал босс. Он такой крутой, но такой... Но такой трусишка потом становится, когда получает по голове. Но здесь все понятно. Смотрите, открываем, камень прыгает и по башке. Давай, убежал. И идем на добивание. Вентилятор. Ну давай. А, на бомбу его. Прикольно. Все, минус босс. Пока что все очень было легко. Нам дают сундук, две кассетки и 100 монет. Окей. Не хочу я. Все. Так, ладно, ребят, ну что, смотрите. А, давайте мы сейчас... О, кстати, мы можем... А, за рекламку. Не хочу за рекламку. Что мы сделаем? Мы будем менять скин? Ничего себе, скины 7000 стоят. Декор подешевле стоит, да? То есть декор, стена, они тоже 10 тысяч. Подожди, а что-то вроде было не сильно дорогое, или мне показалось? Короче, здесь все очень дорогое. За 5 кассет, правда, я могу полочки вот такие купить. Короче, ребятки, если вам понравилась эта игра по спасению Хаги-Ваги, то напишите об этом в комментариях и поставьте лайк. Тогда я продолжу в нее играть. Надеюсь, дальше будет сложнее. Пока что было очень легко. Мы победили двух боссов. Ну, как двух. Они были одинаковые, только разного цвета. Вот, поднакопили немного деньжат. Возможно, в следующей серии я уже что-то куплю. Но на этом пока что все. Спасибо за просмотр. Всем удачи, до новых встреч и пока-пока.